Наверное, многим известно, что не каждое дорожно-транспортное происшествие фиксируется органами ГИБДД. Все зависит от степени тяжести и его участников. Тем не менее, в октябре, который, надо отметить, еще не завершился, региональной дорожной инспекцией в нашем городе зарегистрировано 36 аварийных фактов различных видов. Вместе с пострадавшими участниками произошло 4 ДТП, в результате которых получили травмы различной степени тяжести 4 пешехода. Один из них погиб на месте происшествия. А также травмирован 17-летний пассажир маршрутного такси при падении в салоне во время движения автотранспорта. Напомним, что в случае со смертельным исходом в микрорайоне Раздольный пожилую женщину задавили прямо во дворе у ее дома. В последние дни ситуацию на дорогах в плане ее опасности усугубили погодные условия. Осадки в виде дождя и снега, гололед в утренние и вечерние часы. Все это сказывается на увеличении числа дорожно-транспортных происшествий. Водителям требуется сохранять постоянный контроль за скоростью автотранспорта, дистанции и боковым интервалом между соседними автомобилями. Заблаговременно снижать скорость перед перекрестком и пешеходным переходом во избежание аварийных ситуаций. Инспекторы ГИБДД заостряют внимание на том, что пешеходам также необходимо проявить максимальную собранность и быть предельно внимательными. В пасмурную погоду видимость значительно ухудшается. Обзор может быть ограничен стоящим транспортом, либо зонтом или капюшоном. В темное время суток необходимо обязательно использовать на одежде и сумках светоотражающие элементы.